Я Мартин. В течение трех недель я тайно работал в RT Deutsch. RT – это сокращенно Russia Today, Россия сегодня. Я должен был не вызывать подозрений и следить за словами. Например, не писать, что Крым был аннексирован, и не использовать выражение «нарушение международного права». Довольно быстро я понял, как работает редакция RT Deutsch. Путин всегда хороший, несет мир в Сирии и на востоке Украины. А угроза исходит от США, Белого дома и НАТО. Журналист начинает сомневаться в СМИ. Кто лжет и кто пишет правду, я уже не знаю. Статья RT не полностью лжива, но она опускает важные аспекты. Она предвзята и вводит в заблуждение громким заголовком. Именно так и работает пропаганда. В